Клинтон набирал, я это все-таки почитал почту Клинтон, потому что ну, выложили же, да, причем источников-то несколько. Я почитал и понял, как бы, что она по-женски занималась собиранием денег на свою компанию больше, чем вела свою компанию. То есть участие в ее фонде, да, посильное такое, крупнокалиберное таких личностей, как, например, Ротшильд. Какой-то там, я не знаю, но эта фамилия много говорит, я думаю, там нету Ротшильда не из этого клана. Почему об этом никто не говорит, не знаю. Вот уж бы какие-нибудь любители масонских всяких тематик подключились бы, доказывать, что никто не изучал. А там это достаточно видно. Говорит о том, что она собрала в 10 раз больше на эту компанию, чем Трамп. Но она... Тут надо понимать, что Трамп человек из бизнеса, а в бизнесе много чего про психологию. Я вот не до конца вот хочу сказать, что это прям полный технологический прорыв, и Трамп победил в интернете. Потому что, ну, все интернет там, да, все есть технологии, там уже урны давно не урны в классическом смысле, нет. Он и применил такую вещь, я не знаю, какую часть ее отнести, он разным слоям населения говорил абсолютно разные вещи. Если классический политик, он пытается угодить какому-то вот большинству или вот большинство собрать под какую-то вот единую штуку, то есть программа говорит, программа как монолитная история, да, предвыборная, классический политик так поступает, и поступали так все, то Трамп это первый, кто абсолютно разным слоям населения, что в таком вот в новостном варианте, что в электронном, что в личном, когда выступал перед публикой, говорил абсолютно разные вещи, проанализируйте это. Даже на уровне, да, можно слова посчитать и смысловые, как бы, вектора, это делают сейчас системы лингвистические. Ну да, это победа. Это его победа. Его, если можно назвать, такой хэк, потому что хакерство — это как раз нахождение изящных решений для сложных ситуаций, для каких-то задач. Да? Хакером оказался Трамп.